И кадры, которые мы получили только что. На родину сегодня доставили тело нашего летчика Олега Пешкова, который был сбит над сирийской территорией турецким F-16. Спецрейс из Анкары приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Борт встречали с воинскими почестями. Глава Минобороны Шойгу вместе с главкомом ВКС Виктором Бондаревым. Одного из лучших пилотов, подполковника воздушно-космических сил, похоронят в Липецкой области, где он служил много лет. Посмертно Олегу Пешкову указом президента присвоено звание Героя России. Прошла неделя почти с тех пор, как пилота, который успел катапультироваться, боевики расстреляли в воздухе. Его напарника, штурмана Константина Мурахтина, удалось спасти. Но во время этой операции погиб еще один наш военнослужащий. С морпехом Александром Позынчем простились в пятницу в Новочеркасске.